была тяжелая встреча, я знал, что это тяжело, потому что мой соперник является чемпионом мира, поэтому я знал, что будет хороший бой, на что нужно готовиться. Он сегодня лидер, я боролся 80 килограмм. Соответственно, я очень сильно готовился к этому чемпионату. У меня была принципиальная держать победу, так как на чемпионат мира я проиграл 80 и, соответственно, очень хотел реабилитироваться. Тем более, если мне удалось, азербайджанский, Ирина Мусалиева, Какие эмоции испытываешь? Эмоции самые счастливые, наверное. Сколько бы я не выигрывал, этих эмоций нигде не повторить. Это самое большое счастье, когда ты имеешь возможность вот так выиграть, когда зал аплодирует тебе, когда ты понимаешь, что твой труд, он выливается вот в такие золотые медали. Много сил потратив, ты все-таки смог поднять своего соперника и бросить на 4 балла. Можно сказать, что это твоя отличная, лучшая физическая форма, которую ты сегодня проводишь? Я бы сказал, что хорошая форма, я бы не сказал, что лучшая, так как еще предстоит много работы, все равно цикл начинается, встречи очень большие. Планы очень тяжелые, это чемпионат мира у нас в следующем году, уже лицензионный чемпионат мира и Олимпийские игры 2020. Соответственно, уже сегодня надо выступать достойно, надо показывать хорошую форму, чтобы уже давать поводы для того, чтобы тебя рассматривали, именно тебя рассматривали на Олимпийские игры.